Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний выпуск новостей мы посвятим второму в 2018 году номеру журнала LEGO Friends. И поможет мне в этом вам рассказать моя гостья Эмма. Здравствуй, Андрей, спасибо. Здравствуй, Эмма. Проходи, присаживайся. Эмма, расскажи нам про новый номер журнала. В этом номере вы найдете рецепт приготовления красивого блюда из фруктов в виде букета. Есть два постера со мной и подружками. Можно пройти тест и понять, какие игры тебе больше всего подойдут. Есть различные задания для читателей. Да, в этом номере есть еще и рекламный материал о наборе «Спортивная арена». О нем мы рассказывали в видеообзоре новинок LEGO Friends начала 2018 года. В номере есть большой комикс о том, как мы поселились в заброшенной пожарной станции и сделали из него дом дружбы, а также мини-набор, стол для игры в пинг-понг и игровая декорация, комната и парк. В конце набора есть анонс следующего номера журнала, в котором будет мини-набор «Ветеринарная клиника». Он будет особенно интересен тем, у кого нет большого конструктора «Ветеринарная клиника». А тем, у кого он есть, мини-набор станет хорошим дополнением. Эмма, какие у вас планы на ближайшее время? Собрать стол для пинг-понга и поиграть. Я с удовольствием присоединюсь. Ух, было круто!